Всем привет! Сегодня хочу показать, как можно очистить наждачный диск, и он будет у вас как новый. При помощи чего? При помощи герметика. Силиконовый герметик, который, я думаю, есть у каждого в доме. Он нужен старый, засохший, поэтому не выбрасывайте то, что вы недоиспользовали. Сейчас покажу, что нужно сделать. Первым делом достаем его из пистолета. Далее необходимо разрезать и достать содержимое. Сделаем это при помощи ножа. Там осталось буквально сантиметров, может быть, 5-7. Нам этого будет достаточно. Итак, я срезал крышку. И сейчас попробуем его вытолкнуть. Вот он выходит, белый герметик. Он засох и стал вот таким упругим. Все, освободили. Ну и теперь все просто. Включаем шлифмашинку и начинаем герметиком аккуратно прижимать полотно. И оно должно у нас очиститься. Смотрим. Итак, герметик у нас немного подточился, но самое главное, у нас почистился диск. Посмотрите, он стал как новый. Ну, края, конечно, ободранные, здесь уже ничего не сделаешь. А сама наждачная бумага еще послужит. Так что применяйте этот способ, очень удобно, практично, и не выбрасывайте герметик. Всем спасибо, кому понравилось, ставьте лайк. Пока, удачи!